Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Вот решил я провести такой эксперимент вчера. Как видите, лег спать я с двумя часами. На левой руке у меня одеты часы Galaxy Watch 4 Classic 46 мм, на правой руке Huawei Watch 3 тоже 46 мм. И сегодня по прошествии всего сна, а проспал я не так много, проснувшись, приехав на работу, где я сейчас снимаю это видео, я начал соизмерять значение измерения сна или контроля сна данных часов в двух приложениях. Это Samsung Здоровье и Здоровье от Huawei. И сейчас вы видите на своих экранах значение или измерение сна здоровья в приложении Здоровье от Huawei. Как вы видите, общий сон это был зафиксирован, это 6 часов 47 минут. Тут было измерено глубокий сон, легкий сон и быстрый сон. А теперь вы видите на своих экранах приложение Samsung Здоровье, где также написано общий сон, это 7 часов 16 минут. Далее мы с вами видим фактический сон, это 6 часов 28 минут. Потом идет бодрствование, быстрый сон, неглубокий сон и глубокий сон. Другими словами, разница в измерениях, которая может показаться сразу, как это, здесь 6.47, а тут 7.16. В принципе, небольшая. Почему? Потому что, как вы видите, фактически сон в Samsung измерен 6.28. И эта разница в таком вот сне, я думаю, на мой взгляд, конечно же, на первый, вот как я посмотрел, именно из-за того, что измерение или система измерения этого сна, да, или сна вообще в принципе, у них немного разная. Вот здесь есть такая строка, как бодрствование, да, как мы видели с вами в Samsung Здоровье. В это бодрствование включаются вот такие вот значения, как вы видите сейчас на своих экранах. В принципе, просмотрев все графики измерения в Huawei, я вот таких измерений не увидел. И сегодня ночью, по-честному сказать, я не припоминаю, чтобы я просыпался даже для того, чтобы сходить в туалет, я спал как убитый. Мне ни снов, ничего не снилось. Но, я знаю, что я очень сильно ворочаюсь во сне, в принципе. Я сплю на огромнейшей кровати 2 на 2, и я катаюсь тудым-сюдым. Я могу проснуться, в принципе, даже в любом положении, кверх ногами или еще как-то. Почему? Потому что вот у меня такой вот сон, в принципе, я очень сильно ворочаюсь во сне. И именно это зафиксировали приложение на часах Galaxy Watch 4 Classic, что я ворочаюсь, а не то, чтобы я просыпался. Потому что, как видите, здесь написано, что записываются даже времена, когда я просыпаюсь для того, чтобы поменять свое положение во сне. Так что, в принципе, общее время, зафиксированное обоими часами, оно вполне удовлетворительно. Разница в 20 минут там с небольшим. Поэтому я считаю, что это все-таки отлично. И эта разница связана именно не с тем, что в одних часах датчики лучше, чем в других, а с тем, что система измерения немного разная. Поэтому эталон, или вернее сказать так, эталоны измерения сна, я в принципе не знаю, каким это можно сделать прибором, но, наверное, каким-нибудь можно там сверх-сверх крутым. Но в данном случае этим часам, в принципе, можно доверять. Почему? Потому что как тем, как и другим, как Samsung, так и Huawei, и можно не париться, если вас действительно интересует вот измерение сна. Вообще, эта вещь очень важная, кстати сказать, и действительно эти часики помогают нам, да, как-то свой сон немножечко улучшить, да, или проследить. Потому что от того, как вы спите, зависит и ваше настроение, и ваши взаимоотношения в семье, на работе и везде. Поэтому, дорогие друзья, спать надо хорошо. И часики, особенно Galaxy Watch 4 Classic с приложением Samsung Здоровье, дает очень много советов, связанных с тем, как улучшить свой сон. Кстати сказать, и приложение Здоровье для часов Huawei дает тоже очень много советов. Если вы углубитесь и посмотрите, допустим, два моих видоса о приложении Здоровье и приложение о Samsung Здоровье, где я рассказываю очень подробно, за что отвечает каждый раздел этих приложений. Поэтому в описании видео будут ссылочки, вы можете пройти и посмотреть. Также было бы интересно узнать ваше мнение или ваше наблюдение, которое вы, возможно, проводили сами со своими часами.
как Huawei, так и Samsung, я имею в виду пользователей этих часов. Поэтому очень будет важно мне лично узнать ваше мнение, ваш результат проверки своих часиков. Напишите, пожалуйста, их в комментарии. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале SmartWatch, единственный канал только о смарт-часах. До свидания. Дай Бог вам здоровья, счастья и любви. Пока.